Продолжается сбор средств в помощь Егору Трунову. В настоящее время на счет благотворительного фонда «Ямина» для лечения 8-летнего мальчика поступило 3 миллиона 385 тысяч рублей. Губкинцы продолжают оказывать помощь родителям Егора. Ранее в городе проводилась благотворительная ярмарка. Напомним, Егору требуется дорогостоящая операция. Ее согласились сделать в одной из клиник Нью-Йорка. Для этого требуется огромная сумма – более 50 миллионов рублей. Учителя приходят, занимаются, домашку задают. То есть все как в школе, да? Ну да. И проверяют? Ну да. Двойки, пятерки стоят. А у тебя больше двоек или пятерок? Ну, больше пятерок, четверок. В настоящее время Егор вместе с мамой находится в московской клинике, где проходит курс сдерживающей химиотерапии. Он состоит из 12 блоков. И это максимально возможное количество. 8 из них Егор уже прошел. В больнице к юному губкинцу приходят учителя. Один из любимых предметов второклассника – математика. Все наши друзья, все наши родственники, коллеги, знакомые – все откликнулись. Наш город особенно. Им большое спасибо за это. Пишут, перечисляют деньги, не забывают, звонят многие, прям присылают сообщения, что молятся о Егоре. У нас надежда только на горожан, на простых обыкновенных людей. Средства на лечение Егора Трунова необходимо собрать как можно быстрее. Только все вместе мы можем помочь спасти жизни ребенку. Напомним, деньги можно перевести как через благотворительный фонд «Ямины» с пометкой для Егора Трунова, так и на счета родителей.